Дорогие друзья, всем большой-большой привет! Рада вас приветствовать на своем канале. Спасибо, что заглянули. У нас с вами сегодня будет мотивация. Здесь будет всего понемножку. Я думаю, что успею, то и сделаю. Вот. И здесь я решила собрать вещи. То есть они у меня были уже сложенные в шкафу, но были раскиданы. Потому что у Кристины, знаете как, взяла она что-то со шкафа, например, что-то раскидалось. Ну ладно, пусть лежит, в следующий раз соберу на камеру, вот, потому что я оставляю вот так несколько незаконченных дел. Без камеры я почти ничего не делаю, потому что если я буду что-то делать без камеры, то у меня мотивации совсем для вас не будет. Мне и так-то по дому, по сути, ничего делать не надо, потому что у нас всегда чистота, порядок, вот. И из-за этого я, например, могу 2 дня не убираться, чтобы потом у меня было что для вас заснять. Вот это Валюша вещины, это Валюшины вещи, все они чистые, просто они вот в шкафчике здесь раскидались немножко, и я их решила собрать быстренько. Вот такие вот, значит, делишки у меня. И следующим делом у меня, как всегда, мой умывальник. Посмотрите, он опять стал грязненький. Здесь я вам показала Доместос. Я вот так вот, не жалея, Доместос наливаю вот в эту раковину. И так тщательно сначала все протираю. А потом уже с умывальника беру водичку вот так вот. И все это дело смываю. Вот. Хотела еще вам сказать отдельное спасибо за то, что вы мне посоветовали средство Азелит. Он против жиров, все вот эти пятен, загрязнений, вообще очень помогает. Я вот даже мою им умывальник, тоже очень хорошо отмывает. Вообще помощник такой на кухне, можно сказать. Вот. Ну что, дорогие друзья, всем вам я желаю приятного просмотра. Подписывайтесь, ставьте лайки, а также давайте дружить каналами. Мне будет очень приятно.